Вчера завтра будет колымчик со сваркой. Заказик поступил? Да. Что приварить? Надо столешницу сварить, сделать. Ну, на улице, под навесом. Я им говорил, деревянные лучше вам. А они заказали железную. Будешь приваривать? Да? Сделаю все, вырежу, как положено, как надо. И люди будут довольны. Сможешь? Легко. Всем бонжур, друзья. Скоро столешница будет. Все покажем. Будем показывать, как будем варить? Конечно. Чтобы люди обращались. Все покажем, все разъясним и все объясним. Как и научим. И научим. Как да. Надо, да? В лучшем порядке. Как она есть. Ну, а пока, скажи, перекур выходной. Сегодня да. Можно с устаточку и полторушечку лупануть. Ну, это все. Крайняя? На сегодня, да. День рождения рядом. Будем ждать днюхи. Потихонечку это. Готовится. А то на днюхи стакан выпил и готов, да? Нет, а мне такого не надо. Все культурно хочешь? Да. Вот. А нам такого не надо, друзья. Всех обнял.